С наступлением холодов мы отмечаем прямо с этих выходных, что начали поступать пациенты с общим переохлаждением и с отморожениями. Отморожение первой и второй степени, ну, в основном это были пациенты. И те лица, которые получили общее переохлаждение и отморожение, эти лица в основном находились в состоянии алкогольного опьянения. Молодой парень, он шел с кафе, то есть и получил отморожение пальцев рук и кистей. И основные лица, которые, так скажем, к нам поступали, они были в алкогольном опьянении. Поэтому это не обязательно лица без определенного места жительства. Это могут быть, ну, скажем, благополучные люди, которые посещают развлекательные учреждения и, находясь в алкогольном опьянении, могут не контролировать ситуацию, то есть и получить эти охлаждения. Самое главное – это быть подконтрольно, скажем, находясь в алкогольном опьянении. Если гуляет компания, то есть они должны знать, кто куда вышел, потому что за короткий промежуток времени, ну, можно получить тот или иной вред для здоровья. Поэтому самое главное – это умеренное употребление алкоголя.